Вот он, Йох, во всей красе. В начале боя едь туда, куда поехала большая часть команды. Сделай 2 выстрела за 1,5 секунды и получи почти 1000 урона в копилку. Зачем вообще играть на орудии с барабаном на 3 выстрела, если для этого есть Т-57 Heavy? Наш герой уже 3-й раз просто подождал немного, пока союзники получают, и забрал 2500 урона в первые минуты. Пока союзный тапок еще живой, заряжает 4-й барабан, выбирает уязвимую цель и вливает Армагеддон урона. Главное правило на Йохе – 2 из 2 снарядов обязательно должны заходить с пробитием и попаданием, по-другому этот танк теряет свой смысл. А остается 1 на 1 с Маусом, дает 2 выстрела, и вы посмотрите на этот скилл. Он не едет пытаться что-то там танковать, он знает, что получит 1 выстрел в зад, но главное – уехать в удобную позицию, где можно на опыте разыграть Мауса от башни и укрытий.